самый дорогой и близкий человек, который любит искренней любовью. Человек, без которого не было бы жизни. Это мама. В администрации Северского района состоялся торжественный прием в честь прекрасного праздника – Дня матери. Заслуженных мам района поздравили глава Андрей Дорошевский и председатель совета Владимир Захарченко. Я вас всех поздравляю с Днем матери. Желаю, чтобы в вашей семье был мир, доброта, уют, счастье. Я хочу от души пожелать вам тоже благополучия, здоровья вам, вашим семьям, чтобы ваши дети, ваши мужья вас радовали, вдохновляли. Всего самого доброго, пусть бережет вас Бог. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере за чашкой чая. В актовом зале устроили настоящий концерт. Несмотря на юный возраст, участники творческих коллективов и солисты со своей задачей справились на отлично, подарив гостям праздничное настроение. Эти женщины успешно выполняют самую сложную и ответственную женскую миссию – быть мамой. При этом они еще и успешные специалисты и руководители, которые трудятся в различных сферах и активно участвуют в общественной жизни района. Виновницы торжества взяли ответное слово, поблагодарив администрацию за внимание и неравнодушие. Хочу поблагодарить наш Северский район за то, что когда была трудная жизненная ситуация, нас не оставило ни одно ведомство. Спасибо огромное вам за то, что вы делаете для красивых женщин, для самого лучшего создания Всевышнего. Я желаю всем огромной счастливой жизни и любви. Всем. И мужчинам, и женщинам. Благодарю вас. Ну и, конечно, не обошлось без цветов и приятных подарков. Их вручили всем участницам приема.